В интернет-блогах и соцсетях обсуждают видео, на котором гонщик мчится по перрону станции Войковская московского метро. Прямо на мотоцикле он спустился в пешеходный переход, а оттуда в метро. Все произошло ближе к закрытию подземки, около часа ночи, когда на станции было уже мало людей. Вряд ли кто-то из пассажиров был рад стать очевидцем такого лихачества.